В рамках университета третьего возраста, инициатором которого выступило Заинское отделение Пенсионного фонда и Союз пенсионеров Краеведческого музея, состоялась встреча с известным в Татарстане краеведом, автором многочисленных книг по истории края Виктором Беловым и его соратником по исследованиям его матерью Ниной Беловой. Сюда были приглашены пенсионеры города Заинска, а также заинский краевед Владимир Малахов. Виктор Белов является автором 10 книг по краеведению, председателем Елабужского отделения Русского географического общества. Побудил личный интерес исследовать свои корни, корни своего рода, но исследовались они на фоне, скажем так, общей исторической характеристики того края, где предки жили, на фоне того тех исторических периодов, когда род зародился, как он развивался. И, скажем так, именно генеалогические родословные связи с ныне живущими представителями рода. Одним из особо примечательных трудов этой семьи является исследование рода вплоть до 12-го колена. Изучение истории рода родного края для них великий труд на память потомкам. Началось это с краеведения, с изучения Заинского региона, поскольку родом наши родители отсюда. А теперь, поскольку мы живем в Елабуге, он уже очень много сделал по краеведению Елабуги. Вот. Ну и очень много книг. Вот его предложили привезти книги, чтобы о них рассказать. И, наверное, цель такая – привлечь внимание людей к изучению истории собственного народа, собственного рода. В музее на обозрение была представлена выставка книг, с которой могли ознакомиться все желающие.